Плохо начали первый период, отдали инициативу, шайбы вообще не владели, не цеплялись за нее. Потом не забили 5-3. Может, это и стало, повлияло на результат матча. Пропустили голы в меньшинстве. Два, хотя обычно мы не пропускаем. И все, потом не смогли отыграться. Ну, это, наверное, мы в первую очередь не забили свои моменты, а вратарь у них молодец. Да я бы не сказал, у нас было время после игры с Торпедо, поэтому как бы на это нет смысла сваливать. Да, у нас в этом году много матчей начинаются с поздравлений, со всяких торжеств, поэтому когда-то получается выиграть в эти матчи, когда-то нет. Сегодня, обидно, что мы не смогли как бы почтить память победой. Будем выигрывать, стараться, потому что люди ходят, болеют за нас, переживают. То есть каждый матч полные трибуны. Не хочется такого, чтобы команда как-то уходила в спад, и люди не ходили, не смотрели из-за того, что мы проигрываем. Поэтому будем стараться выигрывать.